И в продолжении темы экономии. До новогодних праздников остается 1,5 месяца. Но многие россияне уже начали покупать подарки и даже продукты для праздничного стола, чтобы сэкономить. Ведь считается, что чем ближе к Новому году, тем выше ценник. А что думают экономисты? Надо ли действовать прямо сейчас? И на что ждать повышения цен? А также сколько тверичане готовы потратить на главную ночь года? Закупать подарки и продукты к Новому году пора или не пора? Этим вопросом уже сейчас. За 1,5 месяца до праздника задается почти каждый второй россиянин. У ноябрьского шопинга, безусловно, есть свои преимущества. Во-первых, в это время на прилавках магазинов уже появляется новогодняя атрибутика. Причем в переизбытке есть огромный выбор. Во-вторых, закупиться можно без очередей и лишней суеты. Ну и, конечно, ноябрь всегда – это время акций, скидок, черных пятниц, ну и прочих выгодных предложений. Если в магазинах есть новогодние товары уже сейчас, стало быть, в этом есть смысл. Мы поинтересовались у жителей Твери, начали ли они готовиться к главному празднику и сколько гораздо потратить денег на презенты и стол. Конечно, всегда нужно покупать заранее. Удачное время для подарков, для всего, потому что пока еще цены не совсем высокие. Мы скромненько, но все равно... 1030 не меньше. Да. Все равно подарки приходится, столы, подарки, стол. Появится какой-то вариант подарка или угощение ближе к Новому году, и ты пожалеешься, что ты купила раньше. В прошлом году у нас на новогодний стол ушло порядка 10 тысяч. И столько же на подарки. Пока не начал. Ну, через месяц, значит. На стол, если семья из двоих человек, то можно и на 5 тысяч рублей, можно посидеть где-то в ресторане. 1050, наверное, на подарки. Экономисты считают, что ноябрь – самое время пройтись по магазинам, купить крупные подарки, новогоднюю атрибутику и продукты. Ведь к концу ноября традиционно нужно ждать пусть и небольшого, но роста цен. В первую очередь будут повышаться цены на все ингредиенты, которые у нас традиционно используются для приготовления салатов. После Нового года цены опять стабилизируются. Поэтому те продукты, которые характеризуются длительным сроком хранения, например, та же консервация, ее можно приобрести заранее. Безусловно, в декабре вырастет и индекс оливье. Московские аналитики прогнозируют повышение стоимости аж под 20%. В прошлом году, к слову, он был всего 15%. Еще можно закупить сейчас спиртное и мясо, которое годно заморозки. Но самое главное, чтобы не разориться в декабре, нужно заранее, месяца за 3, спланировать свой праздничный бюджет, составить список покупок. К новогодним праздникам нужно готовиться и нужно откладывать желаемую сумму за месяца 3-4. Если вы этого не сделали, то я могу сказать следующее, что где-то 20% от вашего дохода целесообразно тратить на подарки, чтобы к новогодней ночи и после новогодних праздников не остаться без денег. Как правило, рост цен обусловлен именно ажиотажем, который наблюдается в последние дни уходящего года. За месяц-полтора в спокойной обстановке можно проанализировать ценовую политику розничных магазинов и маркетплейсов, изучить ассортимент, сделать выбор, не опасаясь, что товар, например, закончится или завтра вырастет вдвое в цене. Также самое время, чтобы по скидке купить искусственные елки и украшения. Главное – подходить к расходам на праздник разумно, и тогда Новый год не начнется с пустого семейного бюджета.